Оно, конечно, он кругом резал. Надо было на денек пораньше. Ничего не он. Грузди переросли, такие шляпы. Куда их? Конечно, не то. Встречаются иногда те, которые поменьше. Вот, красавцы. Ну, тоже, видите, он червивый. В таких вот бугорках те, которые получше, ну, тоже плохой. Так вот найдешь место. Вот, видите? Вот их видно. О, вот он. Красавец. Вот. Изумительный гриб. Сейчас вот сюда положу. Вы представляете, как зимой, да на вилочку его. О, красавцы. Красавцы, красавцы. Чуть не наступил. Вау, красота. Ну вот, а те, которые побольше, они уже все сразу видно. Вот тоже неплохой. А этот, видите, какой уже нехороший. Ну и вот таким вот образом. Ясно, что вот эти уже червивые будут. Вон, видите? Вон с ними что? Вон. Может, и этот? Ну, вот этот хороший. И вот так вот смотришь рядышком. Вот. Ну, этот, скорее всего, плохой. Да, видите, как... Вон они. Вон один, второй, третий. Четвертый груздок. И вот так вот внимательно посмотришь. Вот еще один. Он сразу напрашивается. Хорошевский. А тут рядом с ним еще стоит. Этот не... И вот так вот их. Конечно, были бы все хорошие. Ух ты, какой красавец. Были бы все хорошие, так можно было. Ух ты, промахнулся червивый. Он тоже. Можно было ведерко-то сразу нарезать. Красавцы, где, что я пропустил? И смотришь внимательно. Ну, конечно, пропустил, но этот видно, что хороший. И вот так вот возьмешь сколько-то и смотришь. Все равно что-нибудь пропустишь, если их много. Вот этот не очень. Вау, красота какая. И еще один хорошевский. Ну и вот так вот. Очки только переодевать можно. Ниже ни хрена. Ух ты, а это что? Почему не резал?
странно. Вон они, такие красавцы. Смотри, что тут. Где? Ну вот на бугорок похоже. Да, так и старый он уже там. Бывает, растут вдоль поваленных деревьев. Там влага скапливается. Вот они бывают там. Ну ладно, надо собрать их. Вот так вот пройдешь немного, найдешь опушечку. О, красавцы стоят. Это уже все. Это все. Ну что ж, здесь не судьба, видно. Вот еще один запропастился. Ты смотри-ка, какой я не ожидал даже. Ну да ладно, пойдем дальше. Вот тоже опушка большая. Все равно что-нибудь будет. Так, ладно, надо очки другие одеть, а то все грибы пропущу. Вот, тоже. Красава. Полезай в кузов. Хорошо. Маша, да наша, так. Вот. Нравятся вот такие вот груздочки. Плоские. Их даже есть приятно. А есть другие воронкой в мху растут. Те, конечно, не такие симпатичные. Так, ну и где же вы? Где же вы спрятались? Вот где спрятались. Один какой. Нет. Нет, не судьба. И вот так вот, не выключая камеру, можно долго ходить. Сегодня. Пока здесь никого не было. Не поленился, пораньше встал. Потому что чуть позже здесь будет уже делегация. Так. Ну, это, видите, надо было на денек раньше, конечно. Как уже переросли грибочки. Вон. Ну куда это годно? Конечно, будь он хороший, так сразу можно было одного человека накормить. Интересно, да.
Да-да-да. Так, все. Идем очки менять, я туда все пропущу. Маленько прибывает. А это вот что за чудо-юдо? А, это на дереве. Какой-то гриб. Он оброс даже. Деревья. Эта трава в него выросла. Вроде как аккуратно не ходишь, а все равно нечаянно наступишь. Только хрум. Все понимаешь, что... Понимаешь, что... Вот какие груздочки красивые. Понимаешь, что осторожнее надо. Бычки встречаются, но... Бычки это на любителя. Да и надо много их, а десяток другой возни с ними больше отваривать. Маслята тоже, ну маслята в основном уже все конченое. Важно. Так, ладно, заберем котомки. Ну вот, ведерко есть, пора домой. А грибы все идут. Оба. В траве в какой кузнечик. Ну ладно. Вот цветы красивые. А брусничник. Вот оно. Вот они, ягодки. Сколько тут брусники-то? Поспела. Среди брусники. Вот. Опять грузди. До машины дойти не могу. Вон грузди стоят. Уже пакет начал собирать. Вот по ошибке срезал сырой грусть. Видите, отличается как вот этой вот бахромой. Вот. Весь бахромев такой, это сырой грусть. Их надо или вымачивать, или отваривать. Они горчат. Много их надо сразу. Так вот, несколько штук возиться, нечего.